С 2013 года искусственное оплодотворение стало доступнее. Помимо существующих квот, они сохранились по новым правилам, ЭКО теперь входит в программу обязательного медицинского страхования. Бесплатно ЭКО будут делать как в государственных, так и в аккредитованных частных клиниках. Выбор за женщиной. Нет ограничений по возрасту и количеству попыток. В ноябрьске ежегодно на процедуру направляется 30-35 женщин. Хотя потребность в этом, говорят специалисты, сегодня намного больше. На Ямале нет центров, где проводится искусственное оплодотворение. Ближайший находится в Сургуте. Но наших пациенток врачи чаще всего направляют в Москву, Петербург, Тюмень и Екатеринбург. С клиниками в этих городах существуют давние партнерские отношения. Будет ли процедура ЭКО проводиться в Ноябрьске, пока неизвестно. Но напомню, что в первом квартале 2014 года в городе откроется окружной перинатальный центр. К слову, в минувшем году в городе случился бэби-бум. В ноябрьском роддоме на свет появились 1750 малышей, из них 21 двойня.